Ну пойдем. Эйлин. Пожалуйста, открой глаза. Ягас. Ягас, умоляю, открой глаза. Ягас. Эйли. Возьми меня за руку. Хорошо. 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 Хорошо, хорошо. Послушай. Сейчас мне стало лучше. Хорошо, держись, любимая, умоляю, держись, любимая. Ягас, Ягас, помогите, помогите, здесь кто-нибудь есть, помогите, пожалуйста, помогите, Ягас, приди в себя, пожалуйста, помогите, кто-нибудь, пожалуйста, не жди здесь никого нет, помогите, Ягас, прошу тебя, приди в себя. Повтор, накрыли этот стол, господин. Где они застряли? Говори, что ты сделал с дочерью Яшара? Ты преподал ей урок? Что? Ты врезался в ее парня? Какая мне разница до ее парня? Но умрет, пусть умирает. Если ты ее уничтожил, нет никаких проблем. Что? Черт подери вас, подонки! Клади трубку, клади! Поменяй номера. Не появляйся на глазах полиции, провали сквозь землю. Если я оставлю ее в покое, то я не одна нога. Пожалуйста, хоть бы с ним ничего не случилось, пожалуйста, спасите его, прошу вас. Прошу вас. Невеста, это у нас медленно оказалось. Я тут сейчас в дерево вообще превращусь. Отец. Алло. Я звонил Ягазу. Доченька, или ты та невеста, о которой рассказывал Ягаз? Дочка, что случилось? Господин, с Ягазом произошел инцидент. Что? Инцидент? Мы сейчас в больнице, в отделе неотложенной помощи. Ягаз, сынок. Боже, прошу, хоть бы с ним ничего не случилось, пожалуйста. Пожалуйста, хоть бы с ним ничего не случилось, пожалуйста. Пожалуйста, хоть бы с ним ничего не случилось.